Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Независимый театр «Пластилиновый дождь» приглашает всех принять участие в масштабном празднике – зимнем фестивале. В программе выступления артистов из Самары, Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы. Танцевальные театры и артисты оригинального жанра, музыканты, детская площадка, ресторанная аллея, базар изделий ручной работы, а также инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое. 4-5 февраля. Открытие в 14:00. Вход свободный. Город Самара, улица Аэродромная, 47А. В галерее «Новое пространство» открылась фотовыставка «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах». В проекте приняли участие 22 фотографа, 11 мужчин и 11 женщин. Результат – 150 работ, и это портреты, репортажи, студийная фотосъемка и многое другое. Организатор выставки – фотообъединение Самарской областной организации «Союза журналистов России». В субботу в галерее состоится семинар-тренинг «Гендерные образы и стереотипы в современной фотографии». Спикер – Константин Лисецкий, декан психологического факультета, профессор, доктор психологических наук. Начало семинара в 16:30. Прикоснуться к классическому искусству в субботу также предлагает и культурно-выставочный центр «Радуга». Здесь состоится очередная экскурсия выходного дня «Золотой век голландской живописи». Начало экскурсии в 14:30. А в воскресенье мальчики и девочки смогут совершить путешествие в мир сказок и царство минералов. Начало в 13:00. На все мероприятия вход свободный. В Доме культуры «Чайка» продолжается выставка от местного творческого союза художников России. Представлены натюрморты и пейзажи, портреты и жанровые сценки в живописи, графике, декоративном искусстве, инсталляции, фотографии. Все на яблочную тему. Выставка работает до 8 февраля. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!